Что ж, привет, народ, и мы продолжаем. И все-таки я проснулся довольно рано и решил с утра выпустить еще серию. И не знаю, может быть, Может, мы даже дело закончим, но вот хрен его знает. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in... Да. Пошли мы отсюда. Ну, давайте попробуем налево. Черт, да это же лабиринт. Меня это настораживает. О, вот мы вернулись. Отсюда мы пришли, как я понимаю. I saw. Какая там последовательность символов, никто не помнит? Конечно же нет. Посмотрим. Не особо помогает. Посмотрим на символы. Так, попробуем сюда. И сюда. О, мы куда-то попали. Тут все закрыто. Что ж, давайте камешки подвигаем. Хотя хрен его знает, как их двигать. Пробуем. Так. Итак. Получилось. Знаете, идет направо песень заводит, налево сказку говорит. Я пойду нашли. В крайнем случае, так, будем внимательно, вернемся, если что, если не попадем. Так и знал. Мы просто вернулись. Пробуем другой проход. Потому что, ну, очень похоже на то место, где я уже бывал, так что пытаемся в другую дверь зайти. Да, не надо было пытаться, это бесполезно. Тут тупик. Просто тут проход довольно-таки похожий, ребята. Очень-очень похожий. Может, дайте все. Издеваетесь? Да это же целый лабиринт. Что же, попытка номер два. Сюда. Сюда давайте. И сюда. И сюда. Вы издеваетесь? Шепот, кстати, неплохой. Мне даже страшно стало. Ну, вроде правильно, иди сюда. Сейчас снова издеваетесь надо мной. Или же нет? Звуки меня серьезно пугают.
говорю, разработчики на славу потрудились с атмосферой. Им надо делать хорроры. У них получилось. Inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Ты угадал, чувак, ты угадал. Мы именно там. Look, it's the golden knife. But how to get it? This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Значит, убийца. Ну, может быть, он пока мы тут будем искать, еще вернется. Мне кажется, вот эта штука должна быть как-то связана со всем этим делом. Watson, I need your help. Да, открылся один из проходов. Чтобы знать, как и что тут открывать. Попробуем. Это не то. Полз, отпусти. Это может быть то. У меня такое чувство, что это то. Нет, открыл вас на ворот назад, а нам это не нужно. Нам нужно ворот вперед. Вот, это уже другое дело. Так, Ватсон, Ватсон, отпускай. Пробуем. Я так, кстати, так не понял, где ворота открылись? Рядом с Холмсом или... Не, должны открыться те ворота, как я понимаю, которые поближе. Вернее, которые ведут к Митре. К статуе Митры. Ну, какие еще? Это не то. Не знаю, может Холмсу попытаться открыть какие-нибудь ворота для Ватсона. Это, по-моему, это не то. Определенно не то. Я не понимаю, каким воротам нам идти. Ну так, ребята, попробуем еще повозиться. Все, по-моему, сможет у нас выйти. Чуть будильник заткнись, я проснулся, я не сплю. Ну,
Просто он проснулся ли мой мозг и тело? Вот в чем вопрос, потому что я сижу, блин, за компом, это еще ни о чем не говорит. Сидеть за компом можно, блин, и спать можно за ним сидя. Так что... The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Садив нож убийце в глаз. Издеваетесь? Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Там наверху решетка. Медаль достижения. Расхититель гробниц. Нужно открыть вон ту фигню, вон там, да. Так, открываем эту штуку, чтобы наш мистер Хельмс смог пройти туда, куда ему нужно пройти, ребята. Куда ему нужно пройти. Тут у нас целый выбор из трех штук, так что я не помню, какой отвечает за ту самую дверь. Нет, не этот. Это выпускает Ватсон. Ватсона я пока выпускать не хочу, мне нравится, как он сидит в клетке, как собачка. Это тоже не поможет. А вот это уже открывает нужный нам проход. Так, понятно, ну для начала все-таки выпустим Ватсона. Чтобы он хотя бы выход нашел или типа того. А не, я знаю, что делать, если кого мы вас научим. Он просто повернет вентиль, который прямо перед входом. Там, где вошел Холмс. И, так сказать, проблема тут же разрешится. Холмс выйдет. Два вентиля, но я думаю, мы пройдем. Так, выходим. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Пожалуйста, открой эту дверь. Лето. Нет, это не открывает. Ну да, проблема в том, что еще кто-то же дверь на выход должен держать. Но как мы выйдем тогда вдвоем, если кто-то должен в любом случае держать рычаг двери на выход? О, тут еще рычаги. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls. Ладно, правда, не будем бросать Хулимса. Бросаем рычаг. Вентиль, так. Пусть отпущен. Теперь я в тюрьме, но из этой тюрьмы можно выйти. Так, назад вот справа попробуем. Рычаг, да, браво. Браво, Ватсон, вы меня вытащили. Это первый раз за всю игру, когда Ватсон был полезен, ребят. Вы это заметили? Он был полезен. В какой-то веке. Так, нормально. Все, можно проходить. Кстати, в Шелк и Холмсе вполне можно было бы устроить кооп, потому что, ну, у нас два персонажа всегда. И что я вполне себе можно. Ну, ладно, все, мы выбрались. Может, дедуктивный анализ? Я думаю, да. Кредитные записи с золотым ножом формируют единое целое. Бесценный секрет. Тайна сэра Родни было важное открытие. Информационная бомба. Он всеми силами пытался убрать посвященных с пути, чтобы в итоге присвоить славу себе. Тревоги Питкина.
Так, предотвращение захвата. Даже будучи владельцем бань, Питкин потерял бы их после объявления большим открытием. Они утратили бы бань в территории постоянных раскопок, и они утратили бы коммерческий статус, которого жаждут Питкин. Мне кажется, это да. Питкин — ледяной нож. Он явился, чтобы таить его открытие. Единственный способ оправдать законом владельца мать, сородни едва ли... Едва не лишил его этого права, если бы Бент согласился на компромисс, Питкин не убил бы его. Попробуем вот это оправдать. Сейчас нельзя, что ли? Ну, черт возьми. Ну ладно, видимо, надо доехать куда-то. Для таких выводов. Что ж, попробуем. Мне интересно, правильно это вывод или нет. Осудить Питкина. Включат публику. Оправдать или осудить его? Ну, это мы можем выбрать, я думаю, так. Ладно, оправдаем его, подтвердить, да. Мы все можем передумать. Из интереса хотя бы давайте посмотрим, к чему это приведет. Давай, показывай мне, чем все кончится. Why did you bring me here? I saw you release the others. Strictly between you and me, Sir Gregory, I admit that you played a masterstroke with your ghost weapon. I know that you killed Sir Rodney Bentcliffe. What? Nonsense! How dare you? That is not to say I support the crime. However, you are safe with me. You? I don't understand. The police shall hear my version of the facts, the one that shall reveal Sir Rodney's true nature. He was a genuine adversary, was he not, Sir Gregory? He was corrupt. Well, he certainly was. But I never did such a... Would you rather I change my mind? I trust that you will preserve the tranquility of these baths in the future, Sir Gregory. I don't know what to say, Mr. Holmes. Lestrade, if I might have a word with you, please. Мне кажется, я неправильно сделал выбор. Ну, давайте узнаем. Питкин ледяной нож. Конечно же, нет. Выбрать другую концовку. Конечно же, это неправильный выбор. А это снова понял, еще когда мы зашли в камеру. Я просто хотел увидеть его реакцию и понять. Нет, это явно не то. Я думаю, все-таки тот парень, который принимает... Гарроу, по-моему, зовут, нет? Который принимает успокоительное, мне кажется, то он... Гарроу мучился из-за веры. Он реально мучился. Надежда. Надо поменять, чтобы, так сказать, срасталось. Мотив паранойи. Странгал бы слишком велики после открытия старородни. Гарроу жил в страхе из-за проклятия Мита. И это превратилось в паранойю. И Гарроу — ледяной нож. Осудить, отправить лечебницу. Он психопат. Отправить больницу для лечения, не может отвечать за сильное воздействие зверобоя. Его можно вылечить. Можно вылечить, конечно. Давайте пробуем этот моральный выбор. Ну, в принципе, у нас вариантов только два. Вот или Гарроу, или тот парень. Но тот парень не минует. Наверное. В любом случае, давайте Гарроу испробуем. Испробуем версию с Гарроу. Кто его знает, может сработает. Может это правильно. Потому что я просто других не вижу. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. What is my environment, then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest... And detoxification, I will take care of every detail.
Мне кажется, тоже неправильно, но сейчас узнаем. Гаро ледяной нож, конечно же, это не он. И последний, третий раз выберем правильно, ребятки. Ну, я просто хотел попробовать, там уже мы услышали интересные ветки диалогов. Посмотрим, кто же. Я на самом деле, нет, сейчас вот я на самом деле не знаю, кто же мог убить на самом деле и как. У нас ведь только два, по сути. А, банщик, точно, банщик. Тот, кто заведует банями, вот кто ему садил нож в глаз, вот кто. Что ж, нам осталось объявить только Блинкхорна. Так, ледяное оружие, болезнь Гару, интерес Блинкхорна. Болезнь Гару отменяем. Был настоящим психологом сообщить, что остается в стороне от великого открытия. Главный шанс своей жизни он потерял. И Блинкхорн, ледяной нож. Знал о намерении Бэнк присвоить себе славу золотого ножа, он придумал хитрый план, убийство заслуживает казни. Ну да, потому что нужно было ведь знать о том, как изготавливается нож, чтобы... А он знал, скорее всего. Зато что отобрать славу. Нет, его нужно осудить, это неправильно. Посмотрим, может на этот раз правильно отгадаем. Это последний раз, наверное, вот если сейчас будет все равно неправильно, я не знаю. Можно еще попробовать, что он бил там другими ножами, но смысл-то от этого не поменяется. Последний раз, ребят, последний раз, и будем считать дело раскрыто, пусть может быть не совсем правильно. Но я думаю, это Блинкхорн, если подумать, то да, это он. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Мне кажется, это он, хотя не уверен, опять же, кто же знает. Да, заключение правильное. Блинкхорн ледяным ножом. Все правильно, я теперь все сделал. Пойду принять решение, да. Люди, решившие дело так же, как и вы, 76, люди делают такой же моральный выбор. Я беспристрастный. Ну, круто. Убийство на Эбби Грейндж. Медаль достижения крови. Ну, конечно, был ледяной нож, а не серебряный. Кусок серебра, я не знаю вообще, почему там лежит. Но это был ледяной нож. Что ж, попробуем начать. No, the game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. Что за игра-то такая? I'll wait for you in the sitting room. Грустное рыло, что ли? I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Снова посмотрим в окно. Чё-то он до сих пор там позирует. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is The letter is on the table, Holmes. You should take a look.
Ну что же, посмотрим. Но, ребят, смотреть мы уже будем в следующей части, так как дело мы закрыли одно, осталось еще, по-моему, два или три. По-моему, два. И мы ими займемся, и после того, как мы ими займемся, мы поедем убивать моих корешей в Мордоре. Ну, не моих корешей, но... Пойдем убивать орков в Мордоре. Что же, ребят, спасибо за просмотр и ждите продолжения Шерлока. Так, сегодня пятница, я приду поздно. Соответственно, новую серию не ждите особо рано, ждите ее поздно вечером, очень поздно вечером, где-то после 9 вечера по московскому времени. И потом пройдем эту игру, и недолго займет, пройдем. Там же дальше суббота, сяду и пройду. Потом займемся Мордором и пройдем и Мордор, ребята. А на следующей неделе ведь Alien Isolation. Все ждете? Я жду. Мне кажется, хорошая игра получится. Все, спасибо за просмотр и пока.